И всем привет, с вами Александр Навасов, сегодня играю в редактор Far Cry 5, и сегодня у нас уничтожение домов номер 6. Это я перепрохожу ту миссию, которую не мог перепройти в прошлом видеоролике. Кто не знает, тот смотрел. В общем, я приготовился, я все рассчитал, теперь я могу пройти эту миссию, вот прям пройду. Штурм, погнали, давайте, не надо здесь даже останавливаться, давайте мочим. Я скептически относился к разрешению на ношение оружия, но, блин, если бы не оно, мы были бы мертвы. Так. Твою мать! Бежим. Надеюсь, все будет норм. Давайте, я возьму автомат. Погнали. Я должен пройти, потому что 250 человек надо завалить. 256. Врагов нет тут. Добегаем до сюда. В этот раз, я думаю, пройду. Потому что всех врагов я уже знаю. Я дошел до огнеметчиков, ребят. Донатьте. Донатьте. Кто, вот вы смотрите, а они донатите. В прошлом видеоролике все донатили. Почему никто не донатит сейчас? Ну, как в прошлом видеоролике. Тогда, когда я стримил. Так, здесь никого. Свои. Так. Тихо. Хелпанул. Так. Хелпанули. Молодцы. Побежали, побежали, побежали. Так. Минус один. Сейчас всех сразу убью. Надеюсь. Так. Главное, чтобы наших не убивали. Тогда мы затащим. Так. Так.
Так, бежим, бежим, бежим сюда. Закрушим! Так. 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 Теперь сюда бежим. Здорово. Тихо. Переждем, побежали. Опять еще одного. Тихо. Спрыгиваем. Пока что мы ждем, мы забегаем. Берем пистолет. Так, сюда. Дроны не тратим. Перебегаем сюда. Так. Не знаю, что здесь получится. Так. Сюда. Прыгаем опять сюда. Убиваем этого парня. Бежим дальше. Сберем. Пистолет, бежим сюда. Автомат. Перебегаем. Убиваем их. Так, перезарядка. Погнали сюда. Одного. Зарядка. Патроны. Так. Так. Сбегаем сюда. Можно поожидать. Но я ждать не буду. Я знаю, да, когда я видел сначала. Так, убиваем сначала этих. Перебегаем сюда, убиваем. Помню, здесь убиваем. Здесь так. Патроны, которые есть. Бежим теперь сюда, пока они думают, что я там. Мы перебегаем сюда, убиваем этого. Так. Так, прыгаем сюда. Убиваем этого, перейдем сюда, убиваем его. Вот, прячу здесь. Убиваем этого. Перезарядка. Так, главное бежать. Главное не остановить. Блин, не допрыгну. Сори, сейчас, еще раз. Прыгаем. Допрыгаем. Один. А, я забыл куда входить-то, блин. Так. Еще один. Так. 160 уже убито. Ладно. Тихо. Можно спокойнее, наверное. Бегаем теперь сюда. Вот так вот делаем. Все. Перезаряжаемся. Все должны познать слово. Так, убил. Так, они слезают пока что. Убиваем этих. Перебегаем сюда. Так. Убиваем эту тетку. Перебегаем сюда.
Где враг? Ищем врага. Вот он. Все. Идем сюда. Легок на помине, вот ты где! Так, меня палец. Двое. Так, убиваем этого. Так, и чтобы меня не убили. Убежали сюда. Так, идем дальше сюда. Пипец какой-то. Слишком сложно, ребята. Это слишком сложно, ребята. Это не изи, ребят, это уже не изи, реально сложно, это не каждый так сможет смотреть бегать, просто вот так всех валить. Так. В мире нет места, прости меня, да. Прости! Пока что, я думаю, все нормально. Патроны, все нормально. Господь смотрит на нас! Так, давай эту тетку, там внизу какая-то еще. Все нормально. Так. Бит. Так, эти еще не появились, ладно. Ни разу что не попал, блин. Что за фигня? Сюда. А теперь нужна эта фигня. Нет. Так, а
одного. Так. Видишь как. Короче, я не знаю, что-то сложно вообще попадать. Наши. Так, бежим сюда. Это здесь нет никого. Бежим, значит, туда. Бежим, бежим, не останавливаемся. Бежим, бежим, бежим. Так. Раз. Два. Без какого-то. Три. Здесь все нужно делать потише. Тихо. Так. Тихо, 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 не попадет. Так, видите? Пока что все норм. Тихо. Короче, вас жопу. Что мне оставить пистолет? Так, автомат. Это автомат, меняем на этот. А, черт, это наш. Тихо, 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 тихо. Все спокойно. Пока мы с ними, пока мы с нашими, нас никто не убьет. Так. Все тихо. Пистолет тоже заменяем. Бежим за этим челом. Господь будет милостив по любви своей! Никогда не верит в глаза! Так, убиваем. Твою мать, там еще. Открываю вам бошки! Бежали с ним. Где они? Твою мать, их уже нет. Я накормлю вас свинцом! Твою мать. Так. Минус один. Один одного убил, ладно, хорошо. Тихо. Не попали. Стараемся попасть, значит, спокойно. Стоим, 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 стоим. Все. Беспокойно. Пытаемся как бы. Или урожу сделать. Вот так вот сделаем. Так вот прикольнее будет. Так. Так, патронов уже мало. Ладно, просто ладно. Тоже можно завалить их. Тихо. Ладно.
хана. Давай. Так, тут почти все. Тут мы почти всех уже завалили. Так, тихо, перезарядка, давайте, погнали. Так, спокойно, 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 спокойно. Дыши, 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 дыши. Вот так вот делаем. Так, еще один. То есть они решили, если точка будет не наша, то... Ты у нас вообще не ждешь, что ли? Ему, ему вообще насрать. Что мы его ждем, что мы его дождем? Все, по-моему. Все, по-моему. Или еще кто-то есть? Я иду за сранью! Небось, бежишь, как баба! Еще один. У меня патронов нет, ребят. Все. А, не, есть. Нихера, у меня еще таких патронов достаточно. Хорошо. Да сколько вас там, я не знаю, сколько их там. Я просто уже патроны хватает. Собираем их в кучу. Их прям только в кучу собирать. Не хотим. Он так не попадет, ладно. Просто пугает, чтобы мы отошли. Ждем их. Можно как-нибудь походить с ними. Все равно. Вообще все равно, ребят. И два, и у нас патрон мало. Собираем их все в кучу. Они до нас не добегут, чё? Чё-то вообще их дофига. Ладно, всё, ну, ладно. Собрали, короче. Ладно. Всё. Трое осталось? Блин, их еще трое, а у меня патронов нет вообще. Я на нуле вообще, я не знаю, что с ним делать. Ждем. Убегай!
Все, всех убил. Все. По-моему, это все. Сколько там патронов осталось? Я не знаю, по-моему, это все, я не знаю. Патроны-то есть? Че там еще кто-то? Ну ёп! Как так-то? Я вообще на нуле, я не знаю, что делать. Так, осталось их несколько человек всего. Так. И что делать будем? Так. Так. Вот. Как раз у нас пули будут. Хорошо. Давайте это возьмем. Все, патроны есть. В принципе. Нормально. Так. Осталось, значит, 3 человека завалить. Надо. Все. Главное не ошибаться в стрельбе. 2 человека, давайте. Ну что, еще разок? О, этот наш ход. Их всего 2. Я не знаю, где он. Найдем, давайте. Так. Двоих вообще? А, вот. Я по карте могу посмотреть. Один здесь, получается. По карте. На тебе. Хрен тебе. Так, остался один, получается. Все, один остался. Ребят, мы прошли просто на изи. Конечно, было не изи, я долго к этому готовился, конечно. Но все же, я считайте, прошел уже. Остался один и один. Наверное, будет вообще изичный. Ладно. Так, показывает карта, что где-то здесь. Или где-то здесь. Допустим, здесь. Не понял. Звук отсюда откуда идет? Сейчас посмотрим. Труп порошок! Готовься к смерти, грешник! Там? Тебя ничто не спасет! Он там? Затруп порошок! Охренеть! Готовься к смерти, грешник! Ребят, он там! Как его варить будем? Тебя ничто не спасет! Дверь закрыта, и там тоже окно закрыто. И никаких тачек, нифига нет. Тебя ничто не спасет! Ладно, давайте что-нибудь придумаем. Так. Тихо. О! Точно! Патроны есть? Патронов нет, вообще ноль. Так, ладно, у нас чуть патронов. По-моему, не знаю, но по-моему это какие-то фигни, я не знаю. Бан. Во, все. Не убил. Ладно. Так. Так. Блин. Так. А чё, можно здесь как-то... Вот он! Все. Нет, не еще не минусовал, давай. Он сел, смотрите, он сидит тупо просто, смотрите. Патронов мало. Давай. Только встань, давай, я тебя сразу завалю тут, давай. Ап. Давай, ща. Все. Мы его убили. Это, видимо, какой-то босс был. Который спрятался от нас и всю игру прятался. Ну да ладно. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И если вам понравилось, как я прошел, потому что я прошел сразу. И я к этому, конечно, готовился. И я не первый раз уже играю. Я первый раз запускал
том видеоролике, в этом видеоролике я уже все знаю, каждую позицию, где кого убить и каждого врага, который будет на карте. Так что не удивляйтесь, что меня особо не ранили, но все же ладно. Вот так я прошел, и я не знаю, что сейчас будет за миссия следующая, но я думаю, вы посмотрите, какая следующая будет миссия в следующей части. Ну и всем удачи, и всем пока.